Короче говоря, Майнкрафт. Я зашел в Майнкрафт. Блин, опять пустыня. Здесь же абсолютно ничего нету. Я принялся добывать дерево. Стоп, это же кактус. Видимо, пустыня мне уже напекла в голову настолько, что нужно искать где-то укрытие. Отлично, я вижу реку, река видит меня. Все-таки я нашел дерево, но уже как-то стемнело. Черт, а у меня даже дома нету. Остается всего лишь один вариант. Переночевать в пещере. Я нашел пещеру. В ней было очень страшно и сыро. Кстати, сыра было действительно много. Я встретил местных жителей этой пещеры, и мы прекрасно провели вечер. Так, утро. Пора начать строить хотя бы какой-то дом. Но я столкнулся с проблемой, то что не умею строить. Черт, что же делать? Мне повезло, ведь рядом как раз проходил строитель. Отлично, дом готов. По словам строителя, это последний писк моды. Да, не фонтан, но зато бесплатно. Теперь уже нужно раздобыть ресурсов. Я нарубил дерево. Дерево нарубило меня. Хм, как-то странно, почему дерево рубит без топора? Слава богу, у меня был топор, и я дал его дереву. Теперь у меня много дерева. Наступает ночь, поэтому пора отправиться в шахту. Я нашел шахту. В ней были шахтеры, ну, в принципе, логично. Добыл немного камня, потом нашел уголь. Мы с ним немного поговорили, и оказалось, что уголь очень смешной, но у него только черный юмор. Слава богу, я нашел железо, сделал первые железные инструменты. Спустя целых 3 дня я нашел первый алмаз. Господи, какой он красивый. Да-да. Отлично, теперь мне хватает на сет алмазной брони. Стоп, получается, я достиг главной цели игры? Ведь все, что я знаю, это добыть алмазы. Мне это показалось странным. Богу это показалось странным. Шахтеры тоже удивились. Я нашел профессионального игрока Майнкрафту, которого попросил, что делать, когда нашел алмазы. Ну, тебе надо сделать портал в ад, и потом попасть в Эндермиль и убить дракона. Хм, дракона, очень интересно. Посмотрев Википедию, я принялся строить портал. Нет, слишком маленький. Не-не-не, слишком огромный портал. Вот-вот это то, что нужно. Перед тем, как пойти в ад, я принял решение зачаровать свою броню. Неподалеку от меня жила ведьма. А точнее, буквально через стенку. Да, я впустил ее к себе. Ведьма сказала, чтобы я пошел погулял, пока она зачарует мне вещи. Я гулял по океану, по снежным горам, ну и просто гулял. Вернувшись домой, я был удивлен. Бог был удивлен. Шахтер был удивлен. Мой дом исчез. Пропал дом, броня и ведьмы тоже нету. Я так и знал, что нефиг доверять этой ведьме. Блин, что теперь делать? Я отправился в поисках деревни. Как оказалось, деревня была буквально пару метров от реки. Ну а от меня она была в 1000 километрах. Спустя день, ночь, день, ночь, день, ночь, день, ночь, я добрался к деревне. Там я увидел жителя и подошел к нему. Житель оказался моим братом, так как он сказал «Привет, брат». Я обрадовался, что у меня, оказывается, теперь есть брат. Он сказал, что если я скопаю огород, то впустит меня в дом. Я думал, там будет пару грядок, но оказалось, что там целое поле. Хм, печально. Опять около 3 дней я скапывал грядки. Скопав грядки, я заметил, что деревня тоже исчезла. Очень странно, сказал бы я, если бы не увидел эту табличку. Кажется, меня кто-то серьезно троллит. Короче говоря, Майнкрафт.